грёбаные чучхи обосрались, когда мы так легко захватили этот район. Пахло.
Нужен больший охват! Крысиная стая. Это Фили Чарли. Вы меня слышите? Хелен говорит, следов нет. Черт побери, что же с ними приключилось? О, ты, Брэди? Мур говорила, что ты, возможно, заглянешь. Повезло мне. У нас патруль пропал. Твоя помощь мне бы не помешала. Подожди секунду. Найди Конора, спроси, проверил ли он береговую линию. Возможно, они заблудились или пострадали. Если он свободен, скажи, чтобы нашел себе байк и езжайте туда. Извини, Брэди. Я Нед Шарп. Я заведую арсеналом. Как я сказал, я потерял патруль, проверявший сообщение о переводе Уокера в другое место. Они сказали, что нашли автоколонну, а потом связь оборвалась. Нам важны любые сведения об Уокере, и мы должны узнать, что с ним случилось. Я отправил людей на поиски, но район слишком большой. Я хочу, чтобы ты тоже помог их искать. Заходим и стреляем. Продолжай искать. Возможно, что-то блокирует их сигнал. Я пытаюсь, Нед. Я говорил Энди, что он слишком самоуверен. Почему нельзя просто быть осторожнее? Не работает.
Забудь о Уокере. От одного человека ничего не зависит. Все решает Харрис. Если ребята видели Уокера, нам надо это знать. Нам нужно оружие. Мы справимся. Мы готовы. Крысиная стая, как слышите? У нас заканчиваются бутылки. Эй, новичок, советую хорошо подготовиться, если ты идешь искать патруль Энди. Возьми с собой бомбы. Они хороши и против машин, и против солдат. И дадут тебе шанс против чертовых ПТР. Они не доложили! Больше зона поиска, тем больше шансов найти Энди и его ребят. Я отмечу район поиска в твоем телефоне. Если найдешь что-нибудь, я должен знать об этом. Удачи! Алексей, да? 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 Алексей, да?
горячо! Чего не гуха горячо? Душа! Душа! А есть ли нам? Душа! Душа! Сидели, ну, дорогу! Да!
сообщение Энди. Ты к нему ближе всех. Высылаю координаты. Отправляйся туда и узнай, чем им помочь. Как только смогу, я пришлю тебе подкрепление. Для обслуживания железнодорожной линии неподалеку. Если ты получишь к нему доступ, мы могли бы переоборудовать его для себя.
что сможешь унести, и сваливай. Gentlemen.
видел... Видел Уокера. Мы пытались... Но они ушли. Брэди, это Нед. Спасибо тебе за все. Господи, как я ненавижу терять людей. И у нас осталась ниточка, ведущая к Уокеру. Парни Энди видели, куда его увезли, и наши наблюдатели сообщили, что кое-кто из них жив. Чучки схватили их и отвезли в желтую зону Эрлстон. Мы должны попытаться освободить их, чтобы узнать, где прячут Уокера. Я сейчас отправляюсь в Эрлстон. Ты не мог бы со мной встретиться? Мне показалось, ты умеешь добиваться результата. Я отмечу на твоей карте местоположение тоннеля. Встретимся там. Брэди, это Пэриш.